Привет, ребята, опять меня по-прежнему зовут Дарья, в руках у меня укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. На самом деле, я не планировала разбирать сегодняшнюю песню, но после того, как я выложила разбор на тату «Нас не догонят», вы написали супер много комментариев: «Дарья, разбери песню, я сошла с ума». Я такая: «Хорошо, разберу, без проблем». Поэтому сегодня я научу тебя играть как раз их песню, группа «Тату», «Я сошла с ума». Ну а перед началом этого ролика я хочу тебе напомнить, что у меня есть цель на этот год собрать 100 тысяч подписчиков на канале, что мы с вами были на первом месте в русскоязычном ютубе по укулеле комьюнити, и именно ты, дружок мой пирожок, можешь помочь мне достичь эту цель. Ну а сейчас бери укулеле в руки и погнали учиться. И вот как она у тебя будет выглядеть. Скажу сразу, песня не для моего голоса, как бы я не подбирала под каподастр, она слишком высока для меня, поэтому на каких-то моментах я могу петь вот так вот, но буду петь от души, главное нам посмотреть, как ее играть. Погнали. Я сошла с ума, мне нужна она, мне нужна она, мне нужна она. Ситуация хелп, ситуация сос. Я тебя не пойму, ты откуда взялась? Почему на тебя повелась? Выключается свет, я куда-то лечу. Без тебя меня нет, ничего не хочу. Это медленный яд, и он сводит с ума. Они говорят, виновата сама. Они говорят, виновата сама. Я сошла с ума, я сошла с ума. Мне нужна она, мне нужна она, мне нужна она. Я сошла с ума, я сошла с ума. Мне нужна она. Она у тебя будет примерно выглядеть. Погнали учиться играть. Разбор на укулеле. На самом деле песня очень крутая, потому что в припеве, в куплете, в переходе там всегда что-то интересное мы играем, но при этом простое. Но я скажу сразу, тебе понадобится каподастр, если у тебя его до сих пор нет. Во-первых, почему? Наконец-таки закажи его с Алиэкспресса за 30 рублей. Ну а хотя бы для этой песни возьми карандаш с Икеи, резинку для волос, так намотай, на одну песню сойдет. А для начала покажу аккорды без каподастра, потом их покажем, как играть и строить от него. Итак, первый аккорд нам понадобится аккорд С. Мы зажимаем первую струну на третьем ладу. Далее у нас идет аккорд Б. Мы зажимаем баре на втором ладу. Далее третью струну на третьем ладу. И четвертую струну на четвертом. Говорю сразу, если ты хочешь уже выключить этот видос, потому что тут есть баре, говорю, не надо это делать, потому что у меня целый ролик на канале, посвященный баре, где все пошагово объясняю, как это все играть. Это несложно. Один раз поучусь, потренируюсь, и у тебя уже будет все получаться. Далее у нас идет аккорд ЕМ. Мы зажимаем первую струну на втором ладу, вторую струну на третьем ладу и третью струну на четвертом ладу. Дальше у нас идет аккорд G. Мы зажимаем первую, третью струну на втором ладу, а вторую струну на третьем. Ну и последний аккорд, аккорд D. Мы зажимаем четвертую, третью и вторую струну на втором ладу. Обрати внимание, что в куплетах и в припевах есть разная последовательность этих аккордов, поэтому будь внимателен. Теперь, как же эти все аккорды строить? Все очень просто, ставим каподастр на первый лад. И представляем, что теперь это у нас нулевой лад, и от него начинаем все считать остальные наши аккорды. То есть вот аккорд С будет у нас аккорд Б, аккорд ЕМ, G и D. Понятно, да? То есть мы считаем 1, 2, 3, 4 от этого каподастра. Что мы делаем с боем? Мы начинаем, во-первых, с припева. И в припеве у нас с вами будет вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз. Давай еще раз. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз. При этом мы его с вами делим на два аккорда. На первый аккорд вниз, вниз. На второй аккорд доигрываем. Вверх, вверх, вниз, вниз. И получается вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, 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 вверх, вверх, вниз, вниз. Мы будем его играть на протяжении всего припева до слов «Я сошла с ума», где прямо она кричит, как будто капсом говорит. Я даже, кстати, выделила специально капсом, чтобы тебе было понятно. Ну, до этого давай сначала соединим, и вот эту строчку «Я сошла с ума» отдельно сейчас объясню. Погнали, и... Я сошла с ума, я сошла с ума, мне нужна она, мне нужна она, мне нужна она. Я сошла с ума, я сошла с ума, мне нужна она, мне нужна она, мне нужна она.
Теперь вот эту вот строчку капсом мы будем на аккорд С и Б играть два удара вниз на один аккорд. То есть я сошла с ума. А на Е, М и G опять тот же самый бой, который только что выучили. То есть мам. Вместе целую строчку. Я сошла с ума. А вот этими ударами вниз мы как бы читаем по слогам. Теперь полностью от начала до конца этот припев. Я сошла с ума, мне нужна она, мне нужна она, мне нужна она. Я сошла с ума, мне нужна она, мне нужна она, мне нужна она. Я сошла с ума. Разбор на укулеле. Далее у нас с вами идет проигрыш, который мы можем ставить абсолютно в непонятной ситуации по этой песне. А там будет три аккорда. С, Б и Е, М. При этом на С и Б мы будем с вами играть бой, получится. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз. А на Е, М мы просто сделаем один удар вниз. Получается. Это сделано для того, потому что в первом куплете у нас начнется с вами арпеджио. Чтобы был нормальный переход, а не дубасим этим боем, и потом идем в арпеджио, это будет абсолютно некрасиво звучать. Давай, еще раз этот проигрыш. Далее, в первом куплете мы с вами начинаем играть арпеджио. Арпеджио будет у нас 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 3. Еще раз. 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 3. То есть мы сначала спускаемся, потом поднимаемся, и третья струна дополнительно. Пумс. Получается, этот рисунок арпеджио мы будем играть один раз на один аккорд. Получится так. То есть я показала быстро, на самом деле в оригинале там медленнее. А теперь мы это сопоставим полностью первый куплет. Скажу сразу, на последнюю строчку «Они говорят, виновата сама» на аккорд С, там будет удар вниз. Если что, я все тебе сейчас объясню, покажу. В общем, главное, следи, погнали соединять. Меня полностью нет, абсолютно всерьез. Ситуация хелп, ситуация сос. Я тебя не пойму, ты откуда взялась? Почему, почему на тебя повелась? Выключается свет, я куда-то лечу. Без тебя меня нет, ничего не хочу. Это медленный яд, это сводит с ума. Они говорят, виновата сама. Они говорят, виновата сама. То есть понял, да? Это. Один раз С мы играли с помощью арпеджио, а за вторым разом удар вниз. Потому что у нас дальше опять идет тот припев, который только что выучили. И вот это. Сошла с ума, я сошла с ума, мне нужна она. Разбор на укулеле. Во втором куплете мы также играем с вами арпеджио, но уже другое. А там у нас будет все просто. 4, 3, 2, 1 на один аккорд. Единственное, на последнюю строчку, до угла на стене, мама, папа, прости, мы там будем играть удар вниз на один аккорд. Там будет до угла на стене, мама, папа, прости. Давай теперь это все быстренько соединим. Без тебя не я, без тебя меня нет. Они говорят, говорят, это бред. Это солнечный яд, золотые лучи. Они говорят, надо срочно лечить. Я хотела забыть ту пору и дни. Я считала столбцы и растерянных птиц. Без тебя меня нет, отпусти, отпусти. До угла по стене, мама, папа, прости. После второго куплета у нас, соответственно, идет припев, который только что выучили. Также у нас под конец этой песни будет переход. Раз, два, после пяти, мама, папа, прости. А там мы будем играть один удар вниз на каждый аккорд. И получается. Раз, два, после пяти, мама, папа, прости. Я сошла с ума. И еще раз его повторяем. Раз, два, после пяти, мама, папа, прости, я сошла с ума. И под конец опять бабахнем с вами припев, который только что с вами выучили. И все, готова песня.
Если тебе был полезен этот разбор, обязательно поставь свой лайк. Также пиши в комментариях следующие варианты на разборы. Песни, мелодии, неважно, все разберу. И можешь также написать, кто тебе больше нравится из этой группы. Рыженькая или темненькая. Вот, например, Лена Катина в моем детстве была моим крашем. А если ты хочешь, чтобы я увидела именно твою укулельную игру, то можешь взять любую песню с разборов, выучить ее, выложить к себе в Инстаграм, вот, и отметить мой ник, как бы, вот, Даша Кирпич, и тогда я тебя замечу и дам обратную связь, все очень просто. Но если ты хочешь поддержать абсолютно все мои труды и старания, и хочешь, чтобы разборов было как можно больше и чаще, то ты можешь подписаться на меня на Бусти. Вот как делают эти ребята, спасибо им огромное за это, взамен они получают клевые ништяки и весь раздаточный материал. Ну, а меня по-прежнему зовут Дарья, скоро увидимся, пока! Простите.